полторы тонны, что достаточно увесисто. Меня очень сильно удивил капот, я его еле поднял. Он то ли двойной, то ли из чего-то очень толстого сделан. Сейчас покажу. Вот я с усилием его еле-еле поднимаю. Очень мощно выглядит и очень толсто. Не знаю почему. Кто знает, подсказывайте. Цвет. Кто хочет купить себе машину с таким цветом. Цвет красивый, пока чистый. Как только на него садится пыль, мы недавно ее помыли. А вот, смотрите, вот сразу появляются разные разводы. Разводы от капель, видите, да? Даже если вода жесткая, то они плохо стираются. Вот видите, такой как бы след от водного